А кто делся? Франкенштейн. Я и в наручниках тебя достану. Тише, Икс. Ты лучше всех сдал экзамен. Что ты несешь, дубина? Нас тут чуть не убили. Мы знали, что подходит армия. Ты про что? Это моя идея. Боевое крещение. Понравилось? Да, довольно легкая мишень. Вставай. Пошли со мной. Я из тех, кто верит, что человек в определенных условиях может измениться. Например, ты проявил умение руководить и желание защитить человека, которого ты едва знал. Так дай мне медаль. Я дам тебе работу. Взгляни на меня. Я что, похож на фаната законников? Сегодня твой день, Ксандр. Есть возможность отблагодарить дядюшку Сэма за все блага, которыми ты пользуешься. Работа не пыльная. Сойтись с одними парнями и выяснить о них все, что ты сможешь. Что за ребята? Опасные, грязные, с татуировками, нецивилизованные, такие, как ты. Знаешь что? Такие, как я, говорят, иди в задницу, ублюдок. Кстати, тут обычно я достаю пушку и представляю ее к твоему виску. Ты согласен на все, но ты не боишься смерти, что ставит нас в глупое положение. Лучше на этом и закончить. Нет, рано. Ты в зоопарке видел львов? Всегда можно понять, какие были пойманы, по выражению глаз. Дикая кошка. Она помнит бег по равнине, возбуждение от охоты, 400 фунтов ярости, заключенной в клетку. Но постепенно ее глаза тускнеют, и душа умирает. То же и с человеком. Левенвордская тюрьма — это серьезно. Они возьмут вольного человека и бросят его в одиночку, чтобы развлечься. И не будет ни катания с гор, ни серфинга в океане. Только камера, 2 на 3 без окошка, а в углу параша. Ты избежишь этого, оказав мне услугу. Меня нелегко упечь. Я заметил у тебя на шее татуировку, там 3 икса. Это очень символично, поскольку тебе светит 3 статьи. Угон корвета, неосторожная езда и эффектный трюк. Ты 3 раза вляпался. Может, назвать тебя 3X? Если ты согласишься, я закрою глаза на мелкие нарушения закона и позволю продолжить тебе свое жалкое существование. Хочешь, чтобы я был таким же, как ты? Отдавшим здоровье за звездно-полосатый флаг. И он служит утешением, когда ты смотришься в зеркало. Это малая плата за безопасность и процветание моей страны. Так что ты решил, 3X? Сядешь в самолет? Или иди в задницу, ублюдок, твой окончательный ответ?